Здравствуйте! ОКО приглашает вас, друзья, на столичный стадион «Веб-Арена». Сегодня здесь, в контрольном товарищеском матче, профессиональный футбольный клуб ЦСКА встречается с футбольным клубом «Нефтехимик» Нижнекамск. Для серебряного призера российской премьер-лиги и обладателя Кубка России этот матч первый период в межсезонье. Естественно, является важным элементом в подготовке к новому сезону и к первому официальному матчу за суперкубок страны. Пытаются они создать здесь напряжение на левом фланге обороны ЦСКА. Будет ли доставлен мяч в штрафную? Да, и атака выглядит очень опасной. Будет ли первый удар? Серия ошибок. И в последний миг мяч забирает, практически на линии его фиксируя, Игорь Акинфеев. Но при этом было нарушение правил в атаке. Как я понимаю, был зафиксирован офсайд. Как мне видится, прогибаться под более мастеровитого и авторитетного противника, представляющего российскую премьер-лигу. Мяч штрафной ЦСКА, неплохо сыграно. И как же здесь все было здорово сделано. Кто так разобрался? Это Базилюк, да? Когда-то игравший за ЦСКА, воспитанник армейской команды. В три центральных защитника. Это Роша, это Дивеев и Агапов. Агапов перешел достаточно давно в ЦСКА, но практически не играл. Долго был травмирован. Выступал он за команду из Нижнего Новгорода. Удар поворотом. Игорь Акинфеев вновь в порядке и вновь срывает аплодисменты болельщиков ЦСКА. Здорово раскрутил оборону, пробил, но Игорь Акинфеев на чеку. Ну, посмотри, как Петров смело играет. Раз переложил мяч с одной ноги на другую. Продвигаются к штрафной соперника. Но закрепляются на чужой половине поля, неплохо комбинируют. Петров и опять демонстрирует и технику, и бьет поворотом, как он нацелен на удар. Но вот в эти первые 15 минут на поле, безусловно, выделяется новичок «Нефтехимика» Владимир Федотов. И везде он играл с высоким для ЦСКА, для своей команды КПД. Армейцы пытаются быстро организовать атаку через центр. Это очень красиво было. И удар последовал. Было завершение. Но только-только угловой. Пока никак армейцы не проверят Голубева. Но эта атака смотрелась на высокой скорости. Левой ногой, щекой катит мяч в направлении партнера. Там Мухин забегает, и пяточка проходит от Чалова. Мухин подает, и вот момент, штанга! Вот это первый по-настоящему опасный, почти что голевой момент в исполнении ЦСКА. Классный кросс, великолепная подача, и было завершение, удар головой. Но пришла на выручку Голубеву штанга, а здесь она уже не приходит. Ближний угол «Нефтехимика» пробит на 37-й минуте. Федор Чалов, лучший бомбардир ЦСКА прошлого сезона. Главный забивало. Голеадор. Мухин подает. Вот здесь удар Гаича. Штанга. И что дальше? Дальше прессингуют Гаич и Ермаков. Ошибка. Ошибка Петрова. Вот такой вот подарок. Ермаков переводит мяч на противоположный фланг. И скидка. И с левой ноги схода, не тратя время, классно бьет, исполняет, попадает Федор Чалов. 1-0. И голевую, как я понимаю, на свой счет записывает ветеран армейцев Кирилл Набат. Отличная двойная атака, скажем так, вот ЦСКА. И отмечаем в первую очередь сначала Милана Гаича. Я уже неоднократно говорил о том, что он очень активно подключается на своем фланге. И кое-что сумел создать у ворот Игоря Акинфеева. Несколько раз капитана армейцев проверили ударами из дальней дистанции и с ближней. Но Игорь был непробиваем. Ну а затем уже армейцы всерьез взялись за дело, забили гол. И сейчас могут забить еще один. Чалов, здорово, тонко, и попасть. Только надо было попасть поворотом. Ну как же играет Чалов, ну какой профессор. И их своей голевой передачи Кирилл Набабкин мог, я бы даже сказал, должен был сейчас еще и приплюсовывать гол. Ермаков отлично отборолся в этом игровом эпизоде. Тащит мяч вперед. Идет на высокой скорости. Здорово мяч контролирует. С высоко поднятой головой. Ждет поддержки от партнеров. И здесь нет положения вне игры у Чалова. Он не бьет. Он выманивает на себя и защитника, и вратаря. Прозвучал свисток на перерыв. ЦСКА «Нефтехимик». Контрольный матч. 1-0 армейцы впереди. На 37-й минуте отличился Федор Чалов после голевой передачи Кирилла Набабкина. Армейцы с мячом. Теперь их ворота справа, ворота гостей слева. Армейцы играют в красно-синей форме, гости в светлой. И тут же атака фланговая. И гол! 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 Армейцы вот так классно начинают тайм второй. Прекрасный проход по правому флангу. И в повторе разберем. Вскрыт левый фланг обороны соперника. Мухин тащит мяч.
И тут на опережение играет изумительно Федор Чалов. Он оформляет дубль. Ну, а Мухин записывает на свой счет голевую передачу. Отличное, прекрасное взаимопонимание. Все очень четко. ЦСКА в атаке. Навес, удар поворотом. Это выглядело реальной угрозой. Лукин, вышедший на замену. Защитник ЦСКА подключается при стандарте. Из лучших, да, в штрафную площадь. Ну, вот потихонечку, да, и смотрите, вот он прессинг, вот он удар поворотом, и хорошая атака. Да, тут, по сути, этот момент армейцы сами себе привезли, там, допустить неточность. Но здесь мы делаем акцент, прежде всего, на хорошей, удачной, надежной игре Владислава Торопа. Вот вновь по правому флангу идет вперед. Армейцы уже вблизи штрафной, низом передача. И как тонко забить! Но это красота! И гол будет засчитан, нет положения вне игры, но это просто восхитительно. Браво ЦСКА! Сделал. А кто же ему так касание мяч-то выложил? Ну это же просто фантастика. Опять Федор Чалов, ну мастерюга. Сейчас она стала голевой. Но смотрите, можно любоваться и аплодировать. Чалов, как тонко, как к месту, как аккуратненько, в касание. Понимает игру, читает, и исполнительское мастерство. Мендес, затем Чалов, и Сделлар не промахнулся. 3-0. ЦСКА уже громит по счету своего сегодняшнего соперника. Карьеру в этом клубе вновь будет арендован или останется в ЦСКА, или, быть может, какое-то еще будет предложение. Узнаем позже. Ох, какой удар-то! Получился замечательный, отчаянный прыжок Владислава Торопа. По-моему, он мяча не коснулся. А вот то, что мяч облизал перекладину, это точно. Играют против обладателя Кубка страны. Подача. Не сильный удар. Мяч прилетает рядом со штангой. Это, по-моему, все было под контролем. Как у защитников армейской команды, так и у Торопа. Ситуацию контролировали и защитники, и полузащитники «Нефтехимика». Так, армейцы могут забить четвертый мяч. Удар! Ух, какая красотища! Вот это голище! Арбузов! Какой красавчик! Ярослав Арбузов укладывает мяч мощнейшим ударом в верхний и ближний угол, пробив метров, наверное, с 10-11. Купается в лучах славы. Хвалят его партнеры, аплодируют болельщики. И как разбирается, на пятую точку укладывает своего опекуна, перекладывает мяч с одной ноги на другую. Какое хладнокровие, какая техника и какой удар. Здорово. 4-0. Армейцы громят «Нефтехимик». Клубу, шестому клубу первого дивизиона, 0-4. Хороший пас, надо забивать. Мимо. А был офсайд или нет? Флаг не поднят. Значит, это упущенный момент. Передача Мухина. Ну, а потом уже забил Сделлар. Ему ассистировал Чалов. И вот на 82-й минуте Арбузов отличился, пробив под перекладину из предела штрафной площади. Внимание! Подача! Опасно! И мяч прилетает в руки Торопу, значит, все-таки Владислав сыграет на ноль. И все. Матч на веб-арене. ЦСКА «Нефтехимик» только что завершен. Армейцы громят представителя первого дивизиона. Побеждают 4-0.